Ребят, сегодня мы с вами поговорим про такую вещь, как, ну, как называют ребята в нете, прослушка и прочее. Не знаю, прослушка ли это или не прослушка, просто все в интернете гудят, что вот, чтобы узнать, что нам нужно, следят ли за нами или не следят, делают запрос. Там у нас идет три запроса. Первый вот, звездочка, решетка, 21, решетка, например, что-то у нас с резкостью, так, отключена. Так вот, у меня была она включена, но, знаете, нигде я не нашел такой вещи. Все вот набирают еще, сейчас, секунду, звездочка, решетка, 62, решетка. Ну, давайте с этой же симки, там разницы нет, они... активировано для такой-то сети. Вот видим. И никуда вы от этого не денетесь, блин. Чтобы это стереть, набираем, как там говорят, звездочки. Ой, решетка, решетка, 002, решетка. Отключена. Ну, поверьте, она будет через какое-то время снова включена. В течение минуты-двух. Вот, видите, она снова включена. Что вы набираете, что вы не набираете. Вот эти вещи. Она снова включена. Активирована для служб факсимильной связи. Так. Ну, так, если не видно, сейчас посмотрим. Плюс 7910, да, видно. 794-08-92. Что мы с вами набираем, что мы с вами не набираем. Поэтому бесполезно. Давайте еще раз. Решетка, решетка, 002. Решетка. Ну, я так понял, что это блокировка вот этого всего. Сброс идет. Видите, переадресация всех вызовов отключена. То есть это должна была быть полная стерка. Давайте еще раз посмотрим. Звездочка, решетка, 62. Решетка также на первую симочку. Также она активирована, ничего она не дает. Даже решетка, решетка, 62, решетка. А вот это уже отключено. Ну, как мне кажется, давайте проверим. Также звездочка, решетка, 62, решетка. Активировано. То есть, уважаемые мои друзья, сейчас что мы с вами сделали? Вот эта операция 62, она активирует вот эту всю хрень. Так, по 21-му у нас адресация отключена, а вот по 62-му коду она у нас снова активирована. И как мы ее можем сделать? Так, давайте посмотрим 21. Также сделаем, но уже с решеткой.
Также переадресация всех вызовов отключена. Сейчас 62-ю мы также отключим. Возможно, я буду прав, возможно, нет, но... Так, а вот, есть еще один момент, смотрите. Просто набираем решетка, тот же 21 решетка. Запрос без звездочки перед, без решетки. Переадресация всех вызовов отключена. Если мы сделаем решетка 62 решетка. Ну, это же что-то должно давать, так ведь? Ставится в начале звездочки или решетка, что-то оно должно нам дать с вами. Вот, смотрите. Переадресация вызовов, когда абонент находится вне зоны действия, отключена. Теперь давайте наберем еще раз. Для чего я это делаю? Чтобы дать вам понять одну маленькую уловку. Как мне кажется, что вот эти вот наборы кодов, это спам от спецслужб, для того, чтобы вы сами ради интереса взяли и нахуячили себе. И открыли свой телефон. Именно очень важна вот эта вещь. Вначале вы набираете вот это вот, или вот это вот, или вообще без этих работаете. Давайте еще раз проверим. Звездочка. Так, где у нас? А, давайте блокирнем. Звездочка. Как там? Решетка 62. Решетка. Погнали. И, о чудо, активировано. Знаете, почему мы с вами активировали? Потому что мы нажали вот эту вот вещь, а потом только вот это, вот это, вот это, вот это. Так вот, скорее всего, сейчас, я так понимаю, потому что в интернете я это не нашел. Вот это все трихомудину, которую нам в уши льют. Что вот блоки... Так, отключено. Угу. Что это все лажа. И я так понимаю, что с начала, когда вы набираете звездочка, идет наоборот разрешение и включение. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Ну, по крайней мере, мне так показалось, да. Что, когда мы включаем, у нас вот эта вся шалупень, она включается. Давайте-то второй номер попробуем, чтобы время не терять, но это довольно-таки интересно. Сами побалуйтесь, потому что мы с вами слепо набираем вот эти цифры, которые говорят нам вон там в Ютубе. А это ведь может быть вброс. Вброс, рассчитанный службами для того, чтобы извлечь вот это. Потому что не ко всем есть доступ. А чтобы извлечь, надо сделать спам. Чтобы все раз-раз-раз ради интереса набрали и все. Потому что там нет разъяснения, для чего нужна вот эта вот звездочка, для чего нужна решетка и почему именно в такой комбинации. Вот что самое веселое. Вот что самое веселое. Давайте тогда. Решетка 62. 2. Решетка. Так. Вот теперь я отключил. У меня тоже тут был еще какой-то оператор. Ну, это, скорее всего, общий оператор от сети. Но так или иначе... Так или иначе, ну нафиг оно мне надо, да, друзья мои? Давайте еще раз проверим. Теперь с звездочкой. Так, звездочка,
решетка 62. Я, правда, честно, не знаю, почему 62, хотя люди должны знать, которые вот это вот в Ютубе вам рассказывают и разжевывают, что вот такая комбинация, вот у вас все. Ребят, они должны знать, если они разбираются. В противном же случае они просто взяли, где-то увидели и слепо скопировали для того, чтобы похайпиться, для того, чтобы набрать ваши лайки и тем самым распространить эту всю заразу. Это как вирус. Отключено. Ну, отлично. Отлично, отлично. Оп, 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 работать начал. Что-то шуметь, жужжать. Но, так, смотрите, набираем. А, нет, ну вот, в общем-то, и все. Попробуйте, поэкспериментируйте, потому что очень интересна была эта комбинация. И у меня еще есть вопросы вот к этому. Пойду дальше разбираться.